Бородін на 4 місяці молодший за Василя Стуса. Їх об'єднує не лише рік народження, а й максимальний термін ув'язнення – 10 плюс 5. Політичні рецидивісти, антисовєтчики, націоналісти. Щоправда, один – український, другий – російський. Вони над усе любили батьківщину. Кожен свою. Стус мріяв про самостійну Україну, а Бородін – про відродження Російської імперії старого зразка. З полярними поглядами в одній камері – 24 години на добу. Пліч-опліч. Скажите, пожалуйста, честно говоря, нам больше, чем здесь есть или нам? То есть и так этого вот так. Я лично была потрясена, я даже не знала, что встреча с человеком, который был. Вы же знаете, что для нас тут, на Украине. Да. Поэтому, вот срок 10 плюс 5, это максимально. Вот очень интересно, за что вы его получили? Ну, мы так знаем, за что получали тогда, но тем не менее. Вы знаете, за вредность. Материала не было. Действий там чего-то этого не было. Это натягивали, придумывали. Совершенно смешные там. Ну, там, положим, пришел к Бородину домой такой-то, да? И он ему показал журнал «Континент». Вот тут такого типа. До смешного. До смешного просто. Это они делали подчистку, зачистку. Кого-то отправляли за границу. Мне тоже перед этим, вот там буквально за какое-то время, мне предложили уехать. Прямо КГБ пришел полковник, приехал вот специально, по-хорошему, без всякого. Это, если вы на враждебных позициях, вам лучше уехать. Ну, что рано или поздно сядете. Все, мы с этим делом заканчиваем, как говорится. Вот. Чего вы не согласились уехать? Да страшно. Страшно уехать. Кстати, а вот ваше первое впечатление о знакомстве со Стусом? Я так понимаю, что вы жили даже в одной камере. Да, в одной камере. А вы там не были в 36-й зоне? А чё ж, надо вам заглянуть туда. Далеко, может, у меня были, это Пермь. Ну, Пермь ближе. Вспомните. Так мы только в первой, в одной камере и были. Больше мы не других, другого общения не было. Вот. Там, ну, вот как я здесь говорил, мне повторяться, конечно, не надо. Дело в том, что он был болен. Был болен душевно. Вот не духовно, а душевно. Знаете, выбит из равновесия. В принципе, даже известно чем. Метод у них был один. Это вот шантаж родственниками. Удерживает письма. Задерживает письма на месяц, на два. Человек волнуется. Почему не пишет? А он ждал, у него сын. Он в основном от сына ждал. Вот у него, значит, с сыном все это. Он много о нем рассказывал. Они держат месяц-два, вот он там требует, где, почему, да, что я за него писать буду, не пишет. Также с этим было, с Литвином, Юрка Литвин, также по Литвину, также было точно так же, абсолютно. С намеком, что он от вас вообще отказался и так далее. Вот. И у него очень было, он был в очень нервном состоянии, так скажем. То есть все время на грани срыва, все время на грани срыва. И последний раз, значит, он сидел с таким полууголовником. Их немного таких было, но были такие. Вот, в общем-то, уголовник, но вот к тому же еще и антисоветчик. И там дело дошло до драки. Вот. А было уже общее мнение, что, то есть, ну, все мы уже знали, что с ним сидеть тяжело. Что он все время на нервах. А это, знаете как, это очень тяжко. Вот когда маленькая комнатка, два человека, если один все время в напряжении, это передается. Ты все время должен бдить, чтобы не подтолкнуть, не спровоцировать, так сказать, вот этот срыв чем-то, да. И когда мы узнали, что вот это произошла практически драка, тогда мы в нашей камере, я сидел с Михаилом Горин, Кандыба, Иван Кандыба, и еще один, я сейчас его не помню, слепенький, как же он, господи, неважно. Четыре человека у нас было, по-моему, если не ошибаюсь. Он, кстати, не?
Вот. И мы просто так вот между собой решили, что делать. Что делать? Потому что, ну, погибнет человек. Потому что перед этим только что история с Литвином. Хотя там Литвин другого типа человек, он наоборот замкнутый, такой малоконтактный. И тогда решили так. Решили, вот это мы совместно вот просто сели и решили. Гореню идти к Стусу было нельзя. Потому что у него перед этим был микроинфаркт. У него страшная аритмия была. Он добивался больницы, его КГБ в больницу все не отправляло и не отправляло. Кандыба сам конфликтный человек, сам такой очень, мягко скажем, непримиримый, да? И вот решили, что, значит, я пойду на вариант, на разбивку. Либо я сяду с уголовником, потому что их надо разводить. Мы требовали, чтобы их развели. А они их еще не... Вот драка произошла, а они их продолжают держать в камере вместе. Там же еще у них установки, кого-то с кем-то сажать нельзя. Как потом выяснилось, что вот в действительности можно было бы ему сидеть с... Вот здесь он упоминается, господи, сейчас, одну секундочку. Ничего у нас еще. Да. Овсеенко. Овсеенко, Стус к ним очень нежно относился. И Овсеенко такой тоже очень сдержанный, терпеливый, они бы, в принципе, могли. Но Овсеенко сидел через две камеры, с ним связаться было невозможно. Да, как-то мы и не знали этого. Вот так решили, что я пойду на разбивку, либо туда, либо сюда. И я пришел, значит, к оперу и сказал, что вот так и так, что вы доведете Стуса до того же, чем кончил Литвин, давайте, вот я готов все с тем или другим, мне все равно, я с кем угодно уживусь. А Литвин перед этим покончил жизнь, да? Да. А он кем был, Литвин? Украинец? С Украины? Да, ну, та же украинская группа. Сейчас я подельников его точно не помню. Но, по-моему, Сокольский, если я не ошибаюсь. Затрудняюсь сказать. Нет, не буду. Не рискую, не помню просто. Ну, какая-то группа у них была. Мы же все уже по второму разу. Все, там это уже рецидивные, это рецидивисты были. Вот. Ваше впечатление первое, совсем тяжело было? Нет, абсолютно, никакой тяжести, абсолютно. Вот мы просидели с ним до конца, как говорится, я не помню сколько, может полгода, точно не помню. Но мы прекрасно с ним общались, прекрасно. Он просто не возник. Во-первых, у Стуса было масса замечательных качеств. В каком смысле? Во-первых, он прекрасно знал русскую литературу. И на этой почве у нас, как говорится, общение было без границ. Во-вторых, он очень любил польский язык. И научил, заинтересовал меня. Просто вот заинтересовал. Объяснил, заинтересовал. И я в течение 2-3 недель освоил. Перед этим там сидел какой-то поляк, который выписал лагерную библиотеку 10 или 12 томов Крашевского. И масса таких вот маленьких книжечек каких-то вот на польском языке, это романчики, рассказы и так далее. То есть чтиво там польского было. Вот я Крашевского все вот там 8 или 10 томов исторических прочитал с удовольствием. То есть я читал уже по совершенно без словаря, совершенно без словаря. Это раз. Во-вторых, что нас еще объединяло, со Стусом? Я проходил в КГБ, положим, у них, по их разнарядке, я проходил как русский националист. Хотя я такого слова терпеть не могу, я не выношу совершенно этого слова. Никаким националистом я себя никогда не ощущал. Вот. Но это в противовес, так сказать, нашим российским демократам, западникам, марксистским различным группам, ревизионистским. Вот по первому сроку, в 60-х годах, в основном в лагерях преобладали промарксистские организации.
Ну, по исправлению марксизма. Вот как его исправить, так его исправить. Вот самая большая группа была из Питера. Она, у них программа, программа их организации называлась так: «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Им еще мало было диктатуры пролетариата, они хотели ее осуществить. Вот. Это хорошие, честные ребята были. Вот. Ну, они все, в принципе, они даже и советские были. Вот. Но настолько идеология тоже была узка, что уже, им место уже не находилось, кроме как в лагере. А я был совершенно с другого боку. И вот очень много наобщавшись, вынужденно наобщавшись вот с денационализированным сознанием, для меня всякий человек, любящий свою родину, вот, понимаете, ну, патриот, вот, слово, которое сейчас все не любят, наверное, не знаю, как на Украине, у нас так прямо пляшет вокруг него, такой, Вальпургиевую ночь устраивает. Вот. Для меня всякий такой человек, он уже родственник тем, что тот, ну как вот известный пример, который часто приводит Глазунов, если человек любит свою мать, он и чужую, вот он и чужую, он поймет чувство другого к своей матери. Да? Ведь это же все самые прекрасные чувства, они не объективны. Женщина, я влюблен, да, это же не объективно. Она, вот, и для меня она самая красивая, сосед скажет, да ты чё? Да? Мать то же самое, родина то же самое. Родина, да, то же самое. Это из тех же необъективных, но прекрасных чувств. Вот. И несчастный, для меня всегда несчастен человек, который вот весь трясется, вот вроде нашего Шендеровича по телефону, по телевидению. Он аж вот уже кривится весь, у него все время аж, вот видно, что ну, несчастный человек. Ну вот по-другому не может. Вот способ его бытия – это вот язвить по поводу места своего пребывания. Ну, вот, бог ему судья, бог ему судья, как говорится. Слушайте, ну вот русский националист, как и украинский. Вот в данном случае как раз это объединило. Именно объединило. Мы одинаково, он был горячейший патриот Украины. Для меня тоже, кроме России, другого вопроса не существовало. Я тоже всю жизнь положил, вот так, как я это понимал, по степени своей дурости, в разные года. Я тоже прошел и через там, демократические, так сказать, соблазны, и через марксистские, и через все. Первый раз меня забирали в 18 лет, в 56 году еще. Так что вот это, как ни странно, это было именно объединительным моментом. Мы не трогали спорные моменты, в которых мы могли бы разойтись в нашем мнении. Чего? Мы люди взрослые. Мы понимали, друг друга там в чем-то разубеждать, это зачем, когда есть масса тем общих. А какие были, могли бы быть спорные вопросы? Вы же понимали, что это... Ну, естественно, я не сторонник отделения Украины. Естественно, я не сторонник. Я был не сторонником, я остаюсь этим не сторонником. Это другой разговор. Мы этой темы вообще не касались. Этой темы вообще не касались. Вот. У нас неожиданно открывались проблемы, на которым нам хватало, как говорится, вот просто с утра до вечера. Потому что, ну, например, вот у нас были с ним споры по поэту Антоничу. Стус перед этим как раз переводил Рильке, это в основном Верлибр, да? Вот. А я к Верлибру относился, я считал, что кощунственно на русском украинском языке писать Верлибром, когда тем более украинский язык с бегающим ударением, это такая возможность для рифмы использования, что вот даже, ну, это вот, как бы не в коня овес травить писать Верлибром. Вот так я считал, да? И у Антонича я... читал, положим, когда мы спорили, я ему читал стихи в рифмы, а он мне читал верлибры. Я доказывал, что эти лучше, он мне доказал, что эти лучше. Я хорошо знал Антонича, я пытался его переводить. Вот. Мы сходились в едином мнении о некоторых, положим, украинских прозаиках и писателях. Вы хорошо знаете украинскую литературу? Знаете, дело в том, что...